Главный казначей Ватикана, австралийский кардинал Джордж Пелл, признан виновным в педофилии. Суд Мельбурна вынес вердикты еще в декабре, но он не был предан гласности. Снять запрет на обнародование было решено в связи с, цитата, «особой важностью дела для общества». В ходе следствия были доказаны 5 случаев сексуального насилия 20-летней давности в отношении 2 детей. «Это страшные люди. Церковь должна замолчать, смириться с этим, черт возьми, выложить на стол большую чековую книжку для расплаты, потому что нас, жертв сексуального насилия, 60 тысяч, 43 тысячи католики. Прекратите наши страдания, мы устали от этого». Я считаю, что общественное мнение находится под влиянием свидетельств о злодеяниях, творимых в лоне церкви, и тех жалоб, которые не были приняты во внимание, потому общество решило, что он должен быть признан виновным. Адвокат одной из жертв зачитала показания своего клиента. «Как и многие пострадавшие, я испытывал чувство стыда, был угнетен одиночеством, меня разрывала внутренняя борьба. Как и многим другим жертвам, мне потребовались годы, чтобы осознать, как это повлияло на мою жизнь». О том, какое наказание понесет 77-летний кардинал, будет известно в марте. Пелл станет самым высокопоставленным католическим священником в мире, осужденным за педофилию.